Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте. И как вы помните, мы с вами в прошлой серии ломали гигантского кота из лаки-блоков, но потом, короче, там заспавнилось очень много монстров, и поэтому я решил с этого места убежать и найти новую постройку из лаки-блоков. Так вот, ребята, в принципе, я ее нашел, и поэтому вы только посмотрите на нее. Хопа! Это гигантский огурец, состоящий из этих самых лаки-блоков. Это на самом деле вообще очень страшно выглядит, потому что, ну, это как-никак огурец, и он взрывается, и поэтому, блин, мне на самом деле вообще не хочется к нему подходить. Но сегодня, ребята, ради вас, ради всех моих подписчиков, я подойду к этому огурцу и попробую его сломать. Поэтому давайте вот так вот аккуратненько подкрадемся. А ну-ка, ребят, надеюсь, он не взорвется и не убьет меня. Давайте сломаем один лаки-блок и посмотрим. Ага, смотрите, мне выпали какие-то летучие мышки и ведьма. А ну-ка, давай. Давай, ведьма, умирай быстрее, я знаю, что ты плохая. А ну-ка, отлично, ребята, она застряла в текстурках. Ой, она выбралась. Да что ж такое-то, она меня уже отравить успела, пипец. Короче, ребята, сегодня мы обязательно поломаем этого огурца, потому что вроде как он не взрывается пока что, и это очень хорошо. А ну-ка, ведьма, иди отсюда нафиг, ты мне мешаешь ломать лаки-блоки, пошла отсюда. Все, отлично, ребята, в принципе, я надеюсь, она ко мне не пойдет, и поэтому давайте ломать лаки-блоки. Раз, о, это что такое? Ничего себе! Ребята, вы только посмотрите! В этом гигантском лаки-блоковом огурце живут маленькие огурцы зеленые. Пипец какой-то! Вот этого я, конечно, не ожидал. Я думал, что здесь будет жить какой-нибудь один большой огурец, да, как обычно нам попадаются монстры. Но тут живут очень-очень много огурцов. Смотрите, ребята! Пипец! А ну-ка, идите отсюда нафиг, дурацкие огурцы! И, кстати, ты меня уже задолбала, дурацкая ведьма! Когда ты уже умрешь-то? Нужно быстрее, ребята, залутать оружие и... О, ничего себе, еще один огурец! Ребята, походу, в этом огурце генерируется очень-очень много огурцов, и я на самом деле не знаю, как я буду ломать эти лаки-блоки. Мне очень страшно, и я уже упал в какую-то ловушку. Что ж такое-то, пипец? Сегодня у нас что-то вообще не везет. Ну ладно, ладно, у нас еще есть время, чтобы выбить много крутых вещей, и чтобы нам повезло, короче, вот. Поэтому давай быстрее, дурацкая ловушка, заканчивайся. Хопа, все, я умер, и поэтому давайте сломаем. Ломаем тогда еще парочку лаки-блоков. Раз. Там тоже эти самые огурцы. И они почему-то светятся. Ребята, смотрите, тут походу в каждой лапе у этого огурца есть комната, в которой спавнятся эти огурцы. И, кстати, кто в меня зельки кидает? Чуть я не понимаю. Ай, это нифига себе, ведьма невидимкой стала. Это как так, слышь ты, дурацкая ведьма, ты меня уже задолбала. Я уже тебя пытаюсь убить 2 минуты, но ты почему-то не убиваешься. Вали отсюда нафиг, все, ребята. Ну блин, нам срочно нужно достать оружие. О, отлично, меч, крутой меч какой-то, да? Ой, ничего себе, огурцы взорвались. Ничего себе, ребят, смотрите, теперь там никого нету, и теперь я спокойно смогу поломать лаки-блоки. Только для начала мне нужно убить эту дурацкую ведьму, потому что она меня задолбала. Ух, все, наконец-то, теперь я спокойно смогу поломать эти самые лаки-блоки. Ой, ничего себе, это что такое еще? Нифига себе, прикольно. О, как раз таки золотые вещи мне уже выпали, это довольно круто, и поэтому давайте выберемся. И, кстати, ребят, вы заметили, что в ноге у этого огурца есть вот такие вот какие-то огурцовые лаки-блоки. Хотя, в принципе, это логично, потому что ведь это гигантский огурец, да? И это было бы странно, если бы тут не было этих самых огурцовых лаки-блоков. А ну-ка, это еще что такое за зомби непонятный какой-то? А ну-ка, иди отсюда. Все, я его убил. Пипец какой-то на самом деле происходит. Какие-то странные вещи мне выпадают и так далее. Ладно. О, ничего себе, какие штаны. Ребята, это штаны зачарованные на 3000 уровень. Вау, офигеть, я таких штанов вообще никогда раньше не видел. О, вот это крутяк, конечно. Нет, блин, я в ловушку попал, нужно как-то выбраться. Нет, только нет, я не хочу терять свои штаны. Они очень крутые, чтобы их терять. Блин, ребята. О, нет, походу придется их потерять. О, как же жалко это все-таки. Эх, ну ладно, и... А почему дождь пошел? А ну-ка, иди отсюда, дурацкий дождь, я тебя не люблю. Ты вообще плохой на самом деле, поэтому... Ой, ничего себе, оказывается,
оказывается, мы еще какого-то монстра выбили. Пипец. Ребята, блин, на самом деле очень жалко, что мы потеряли те крутые вещи. Ну да ладно, я думаю, мы сами постараемся сейчас выбить вещи покруче даже. Поэтому давайте. Раз, два, три. Ой, ничего себе, огурец. Пипец, я просто чуть не офигел от страха. Ну эту дурацкую ногу огурца нафиг. Я лучше подальше от нее буду держаться. А то еще, блин, там эти огурцы взорвутся. Ой, ничего себе, пирамида из свиней. Прикол. Кстати, смотрите, мне опять выпал меч какие-то прикольные зачарования, что довольно прикольно. А ну-ка, давайте ломать дальше. Что же мне интересно еще сможет выпасть из этого гигантского огурца? И, кстати, давайте... Ой, ничего себе, летающие инструменты. Я знаю их, они мне уже попадались как-то давным-давно. И они очень плохие, ребят, на самом-то деле. Поэтому давайте залезем вот на эту лапу и попробуем поломать лаки-блоки прямо на ней. А ну-ка, я думаю, прям вот здесь где-то поломаем. А ну-ка, а почему я не могу ломать лаки-блоки? Ребят, вы видите, я пытаюсь сломать лаки-блок, но у меня это не получается. Привет, кролик, а ты знаешь, почему я не могу ломать эти дурацкие лаки-блоки? Что за фигня? Ладно. Мне кажется, что от этого эффекта, который на меня сейчас наложен, можно избавиться, выпив ведро молока. Но у меня вроде ведра молока нету, да, ребята? А ну-ка, давайте посмотрим. О, ничего себе, откуда у меня ведро молока? Ребят, смотрите, офигеть, целых два ведра. Вот это крутяк, а ну-ка, давайте выпьем и попробуем сломать лаки-блок. О, они ломаются, правда, смотрите, там еще, короче, эти огурцы заряженные, пипец. А ну-ка, давайте возьмем вот этот нагрудник, хопа, оденемся. И, на самом деле, я не знаю, что делать, ладно, давайте продолжим ломать лаки-блоки. И поэтому, о, ресурсы, то, что надо, и, блин, тут огурцы, они выбрались ко мне. Нет, нужно быстрее убегать от них, они как-никак заряженные. И мне кажется, они, по идее, должны быть очень-очень сильные, и это не особо круто, потому что я не знаю, как я их буду убивать. Получайте, хотя смотрите, вот этот меч крутой убивает всех этих огурцов с первого удара, хотя вот этот почему-то не умер. А ну-ка, все отлично. И блин, ребят, я разломав этот лаки блок второй, выпустил всех огурцов наружу, и теперь они за мной бегают. А ну-ка, иди отсюда, лошара. Ну, в принципе, ладно, мне раньше попадалось куда больше огурцов, поэтому я думаю, я с ними без проблем справлюсь. И кстати, ребята, как вы помните, мы на самом деле вот этих огурцов из лаки блоков уже ломали примерно полгода назад, вот, и тогда нам тоже выпадали всякие прикольные вещи, мы там открывали лаки-блоки, и поэтому, кто помнит, то можете поставить лайк. Ой, тут еще один огурец остался, а ну-ка, вали отсюда, лошара! Блин, а как это я его не убил-то? Вроде как я по нему попал целых два раза, но он почему-то не умер. Какой-то странный огурец. Ладно, надеюсь, там мои вещи не взорвались и все с ними в порядке. Блин, я сломал лаки-блок. Зачем? Зачем я его сломал? Блин, ребят, я еще выпустил остальных огурцов. И, кстати, что с ними происходит? Ребята, почему они такие быстрые? А ну-ка, огурцы, вы что? Что с вами происходит? Я на самом деле вообще не понимаю, ребята. Да ну их нафиг, нужно быстрее отсюда выбираться. Давайте как-то... Вот такую вот лесенку поставим и выберемся отсюда. Раз, два, три, четыре, хопа, все. Здесь-то эти дурацкие огурцы меня не достанут, лошара, понял, да? Все, ребята, отлично. Ой, ничего себе, лошадка, привет. А ну-ка, ты что умираешь? Не надо умирать. А ну-ка, давайте сюда зайдем и посмотрим, что здесь такое творится. Пипец, ребят, реально какие-то странные вещи происходят в этом мире. Ну да ладно, в принципе, давайте ломать дальше лаки-блоки, потому что как-никак мы сегодня для этого и собрались с вами, поэтому так, обсидиан, прикольный. Кстати, ребята, я помню, что мы когда раньше, опять же таки, ломали этого огурца, у нас был собственный бункер, и давайте мы тоже в этой серии построим бункер крутой, в котором я буду спасаться от этих всяких монстров. А ну-ка, как раз таки у меня теперь есть очень много всякого обсидиана, всяких ресурсов, с помощью которого я и смогу построить мой дом. А ну-ка, иди отсюда, огурец, пипец, я уж подумал, что он сейчас взорвет мой бункер, и это будет нехорошо. А ну-ка, в принципе, дальше я поставлю сюда лампу, потому что у меня больше блоков нету. И, наверное, ТНТ. Правда, ТНТ, они же взрываются. И, на самом деле, если сюда придет какой-нибудь огурец, то он может с легкостью это все взорвать. И это будет не совсем круто. Но, надеюсь, сюда никаких огурцов не придет. И все будет, в принципе, в порядке. Поэтому давайте продолжать строить. У меня еще есть вот такая вот тыква. Наверное, я ее тоже сейчас сюда поставлю. И будет вообще супер круто. Ой, ничего себе, огурец. Он подкрался сзади меня и взорвал мой бункер. Блин, ребята. Ребят,
ребята, все-таки, наверное, реально я зря поставил эти дурацкие ТНТ, и теперь я остался без бункера. Ох, обидно, конечно. Ну ладно, ладно, придется его строить где-нибудь в другой стороне. И, блин, опять эта дурацкая штука, теперь я опять не могу ломать лаки-блоки. О, огурец, спасибо большое, что ты меня взорвал, потому что теперь я спокойно смогу поломать лаки-блоки. А вот ведь лошара. Ой, опять огурец, да сколько мощно, просто сегодня у нас получается какая-то огурцовая серия, нам просто каждую секунду выпадают всякие монстры, и это не особо круто. А ну-ка, ага, какие-то яблочки, и, кстати, кирка какая-то выпала. О, да это же кирка героя какого-то, и даже мотыга героя нам выпала, прикольно, крутяк, потому что я люблю мотыги, они очень крутые. Нет, наковальня, быстрее выбираться нужно. О, нет, я умер, да что ж такое-то, что-то нам, ребята, сегодня вообще не везет, и поэтому давайте поломаем вот этих огурцовых лаки-блоков. Ой, гигантский зомби, ладно, окей, продолжаем открывать дальше, интересненько, что же нам сможет выпасть. И ничего себе, это что такое за лук? Ребята, это огурцовый лук, вау, мне никогда таких луков раньше не выпадало. А ну-ка, давайте тогда сейчас попробуем выбить стрел, и тогда у нас 100% будет все круто. А ну-ка, иди отсюда, дурацкий огурец, правда, теперь я опять не могу ломать эти лаки-блоки, и поэтому мне нужно как-то умереть. Ну ладно, давайте тогда я спрыгну вот сюда вот в ловушку, но для начала я выкину лук, чтобы его не потерять. А ну-ка, хопа, сейчас мы быстренько умрем и сможем наконец-то поломать лаки-блоки. Опа, я появился, и поэтому давайте быстренько заберем мой лук и все-таки найдем как-то стрелы, потому что стрелы, ребята, мне очень сильно нужны. А ну-ка, раз, лаки-блок, два. Ой, ТНТ, быстрее убегаем! Блин, я взорвался! И что теперь получается? Я потерял свой лук? Блин, я так хотел его протестировать, я так хотел посмотреть, как он стреляет. Ой, ничего себе, это что такое? Да это же мой лук, и даже стрелы откуда-то у меня появились. Крутяк, вот это мне повезло, ребята. Ну что ж, тогда давайте посмотрим, на что способен этот лук. Хопа, хопа. Ой, ничего себе, он, короче, спавнит огурцов, это не особо круто. А ну-ка, давайте убежим подальше. И, блин, я на самом деле думал, что этот лук, короче, будет взрывать всю местность, но он какой-то так себе на самом-то деле. Бывали луки получше. Ой! Ничего себе, этот лук заспавнил гигантский ТНТ. На этом я уже буду заканчивать. Ой, пузырьки опыта, прикольно. Вот, поэтому, если... О, ничего себе, еще гигантский блок из ТНТ. Пипец, конечно. Давайте, ребята, мы в следующей серии попробуем залезть на голову этого огурца и посмотреть, что там происходит. Потому что, как мне кажется, что там кто-то должен жить, и это мы в следующей серии узнаем. Вот, ну а пока, с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!